В рамках комплексного развития Ленинского городского округа в микрорайоне Зеленой аллеи продолжают строить детский сад на 155 мест. Здание будет трехэтажным. Его возводят по современным технологиям. Дошкольное учреждение оборудуют мебелью и пищевым блоком. На территории разместят теневые навесы, площадки для игр и спорта. Помещение будет полностью адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент закончен подготовительный период строительства, заканчивается разработка котлована, приступаем к фундаментам здания. По строительству социальных учреждений в муниципалитете отмечается хорошая динамика. Одной из главных задач – обеспечение детей новыми современными школами и детскими садами. Работы по возведению дошкольного учреждения в ЖК «Зеленой аллеи» завершат в 2025 году.